Желаю, чтобы вам в 24-м году везло так же, как моему заказчику. Вы просто посмотрите на этот аппарат. BMW-шка в кузове купе, на ходу, на замечательных дисках, с мотором 2.5, это немецкий GZ, неубиваемый, механической коробкой передач. Это просто все вот это восхищение стоит всего 150 тысяч рублей. Я узнал стоимость этого автомобиля, я просто обалдел, потому что за 150 тысяч рублей, по-моему, даже марк на дизеле уже не купишь. А тут просто восхитительный экземпляр. Я желаю, чтобы вам везло так же.